Для безопасности продавцов и покупателей на рынках в СЭС разработали свод правил. В столице на Лиманном рынке сегодня продавцы готовили свои рабочие места к открытию. Выходят все работники. Все работники будут находиться также в защитных средствах, в масках, в перчатках, будут иметь дезинфицирующие средства. Квадратура нашего рынка Лимана позволяет нахождение одновременно на территории данного рынка не более 100 человек. Еще одно карантинное нововведение. Теперь на рынке Лиманный только один действующий вход. Он будет разделен на два потока – входящих и выходящих с территории рынка. За количеством посетителей будет следить охрана. Помимо масок и перчаток, обязательно обработка торговых мест хлорным раствором каждые 2 часа. График работы рынка Лиманный остался прежним – с 8 утра и до 6 вечера.